Друзья, всем привет! Как и говорил, давно хотел сделать одну вещь. Она нам будет нужна для постановки капканов на бобра под лед. Вот. А что за вещь? Сейчас покажу. Так, вот так выглядит полотно для резки. Вырезано оно на плазме из нержавейки, из четверки. Не знаю, можно было, конечно, потолще сделать, но пока испытаем это. Нержавейка, если что, у ребят есть, как говорится, чертеж есть, на плазме можно вырезать. Так, идет, что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зубьев. Вот, это, ну, я думаю, это не считается. Надо будет сделать ручку нам. Вот. Ну, а сейчас я что хочу сделать? Надо сделать разводку, так как вот так она идет прямая. Надо зубья в разные стороны загнуть. Ну и, не знаю, загну и надо будет какой-то угол заточки сделать. Шлифовальным вот этим лепестковым кругом. Сейчас попробую. Зажму в тисы. Попробую сделать разводку. Что получится. Так, ну что, разводку сделал. Будет видно, ну, где-то вот примерно вот так это выглядит. Не фокусируется. Вот так вот. Ну что, осталось, как надо посмотреть в интернете, как тут угол заточки идет. Он в интернете есть. Так, ну что, угол примерно вот сделал такой. Ну, как получилось. И сейчас с обратной стороны еще чуть-чуть подзаточим. Так, ну что. Вроде бы заточил. Надо пробовать. А там уже методом тыка угла добиваться. В принципе, да. Разводка вроде нормально. Сейчас надо будет придумать ручку складную. Возьмем черенок. Ровненький, аккуратненький. Вырежем из железа пластины две. Тут где-то надо будет под ограничение высверлить штукенцию такую. Ну вот, как-то так. Потом уже покажу, как она выглядит с ручкой. Ну, соответственно, потом испытание. Ну вот, такая пилка.